Заместитель руководителя, преподаватель, врач-кардиолог. Эта хрупкая на вид женщина является воплощением силы и неукротимой энергии. За свою 30-летнюю работу в республиканской клинической больнице Фатима Салпагарова внесла ощутимый вклад в становление и развитие этого медицинского учреждения. А ведь когда-то пришла сюда интерном. Работу свою любит и жизнь без медицины не представляет. Как признается Фатима Инверовна, о профессии врача она мечтала с самого детства. Будучи ребенком, уже хотела лечить людей и помогать тем, кто в этом нуждался. Врачом быть я, честно говоря, хотела с детства. Как-то так получилось, не знаю, хотя в семье медиков не было. Но, тем не менее, желание это появилось с детства уже как-то осознанно. И к концу окончания школы это желание только укрепилось. Вот. Закончила я институт в 91-м году. И, приехав в эту больницу, в интернатуру в 91-м году, с тех пор я работаю в этой больнице. Несмотря на сильную занятость на основной работе в качестве заместителя главврача, Фатима Инверовна продолжает вести пациентов с заболеваниями сердца. А еще успевает преподавать студентам Северокавказской медакадемии дисциплину по внутренним болезням. Она с радостью делится своим опытом с юными медиками и всегда старается донести до каждого из них необходимую информацию в доступной форме. Больше всего, что мне нравится, преподаватель не просто приходит, опрашивает и ставит оценки, а она сама рассказывает. Даже если ты не можешь что-то ответить, там не до конца что-то понял, ты всегда можешь задать вопрос, она всегда тебе все объяснит, расскажет. И, в принципе, вот так вот у нас проходят пары. То есть к концу пары мы всю тему, которую, допустим, нам задали, все оговорили, все она нам рассказала, объяснила, мы все поняли. Вот так вот. О своей новой награде Фатима Инверовна узнала от коллег на одной из рабочих планерок. Это стало для нее полным сюрпризом. А вот по мнению руководства больницы, награда вполне заслужена и досталась самому достойному человеку. Она любима коллективом, давно ее коллектив знает, оценивает. И в свое время, когда я была главным врачом в 2010 году, тогда я ее и как раз предложила еще и на должность заместителя по лечебным вопросам. Она была ординатором в кардиологическом отделении, очень грамотным, компетентным специалистом. И при этом с такими замечательными человеческими качествами, как выдержанность, порядочность, доброта. Поэтому это те основы, которые, я считаю, очень важны в профессии именно медицинского работника, особенно врача. Безусловно, получение награды стало для Фатимы Инверовны приятной новостью. Тем не менее, она считает, что каждый медик работает не ради медалей и похвалы, а чтобы помогать людям. Мадина Лайпанова, Олег Молхожев, Архыз 24.